Существующая школа в Трехгорке работает на пределе своей мощности. В ней учатся 1800 детей. Немало учеников заселятся вместе с родителями и в микрорайон Сколковский. Впрочем, уже к концу этого года на улице Чистяковой будет сдано в эксплуатацию новое образовательное учреждение. Оно рассчитано на 1350 школьников. Подрядчик компании ФСК «Лидер» строит добротно, качественно, из графика не выбивается. Мы в конце этого года, в декабре, объект планируем ввести в эксплуатацию полностью завершенным. Сейчас готовность объекта 65%. Полностью завершены кровельные фасадные работы, проложены коммуникации. На днях начнется отделка внутренних помещений. Вы уже приступили к благоустройству территории? Да, мы приступили к благоустройству. Все коммуникации закончены? Да, уже дороги пошли. Значит, здесь будет спорт-ядро большое и две спортивные площадки на этой территории. Кроме большого спортивного ядра на улице, два зала будут расположены в здании школы, чтобы заниматься физкультурой могли сразу несколько классов. Столовая сможет вместить одновременно 480 человек. Кроме того, в образовательном учреждении заработают мастерские, лаборатории, библиотека и медиатека. Оно будет полностью соответствовать современным требованиям. По плану строительство завершится к концу декабря. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».